Здравствуйте, друзья. Тут насобирался у меня такой вот ключик, тут грамм 50, всякой дребедени. Это неудавшаяся попытка металлизации алюминием. Вроде прошла все нормально, но когда начал плавить, получилось черти шо, блин. Не захотела сплавляться. Сейчас попробую его снова растворить и потом осадить, металлизировать медью. Ну, посмотрим, что оно получится, вообще растворится оно или нет. Посмотрим. Опыт растворения неудачной металлизации алюминия получился. Вот, металлизировал, потом растворенное металлизировал медью. То есть, что-то получилось. Ну, вряд ли, конечно, здесь будет 50 грамм, как там. Ну, высушим, посмотрим. И потом решим, что оно как вышло. Такая кучка получилась из нашего переработанного повторно материала, из того, что не получилось алюминиевого. Там где-то 50 грамм было. Ну, сука, здесь сейчас посмотрим. Взвешу, наверное, чтобы не перекладывать. Взвешу целиком, так как оно есть с кулечком совсем. А потом отниму разницу, да и буду знать, сколько что получилось материала. А потом мы его просто сплавим и посмотрим, сколько выйдет на самом деле. А все вместе с бумагой и старой получилось те же самые, практически даже тип-тип-тип, ну прыгает туда-сюда. Уже получилось те же самые 50 грамм. Ну, теперь мы сплавим и посмотрим, что оно там получится. Плавил я тот порошок, что у меня получился. После металлизации получилось 45,7 грамма. То есть, грубо говоря, 46 грамм. Там еще на кирпиче что-то осталось. Честно говоря, я и не думал, что оно вообще что-то получится. Чего я забраковал тот порошок, который после металлизации алюминия был. Он какой-то очень туго плавился. Не знаю почему, но просто не мог его сплавить. Я думал, что вообще же получилось черт знает что. Что не серебро, а какой-то сплав вышел, или кто его знает. Поэтому переплавил его по-новому. Провел снова аффинаж, но уже металлизировал его медью. И получилось, на удивление, те же самые 50 грамм. Ну и сплавил, и получилось довольно-таки нормально. Так что я думаю, опыт получился. Ну, правда, наверное, алюминием я больше металлизировать не буду. Что-то я же говорю, что у меня, по крайней мере, алюминия мне получилось. Буду пробовать, как и дальше, медью. То раньше я пробовал цинком, но в последнее время цинком начал у меня иногда получаться на больших партиях, какой-то, ну, жижей всплывало. То есть металлизация, все проходит нормально, начинаешь плавить, и оно жижей всплывает, половина веса. А с медью самый лучший результат. Так что будем пробовать дальше.